Ну, машина, в общем, мне очень понравился, понравилась, да. Да-да-да. Да не волнуйся, говори, как умеешь. Ну да, да. В общем, машина мне очень понравилась. Думаю, что большой прогресс по сравнению в первой Insignia. Думаю, это очень хороший компромисс между спортом и комфортом. Но в первую очередь это зависит от сидения. Сиденье Агера один из самых лучших, что я видел вообще в машинах. И думаю, что как раз комфорт улучшается с помощью сидений. А так подвеска жесткая, но не очень, конечно, не очень. Но довольно жесткая для того, чтобы ехать по повороты, ехать по поворотам было бы хорошо и весело. Так что довольно спортивная машина, но, конечно, название Grand Sport это уже чересчур. Там Grand совсем не нужно, а Sport можно называть. Я смотрю, у меня на улице одна есть желтая и белая. Да-да-да. Блин, вообще такие огоньковые. Please turn next left, then you will arrive at your destination.